В 107 пробах пищевой продукции обнаружены несоответствия нормам в Уральске. Такие данные приводят в Управление санитарно-эпидемиологического контроля города по результатам прошлого года. Несоответствия выявлены как в маркировке, так и по биологическим показателям. Проверками санэпидемиологов были охвачены 38 объектов торговли, отобраны 755 образцов пищевой и непищевой продукции. В 4 фактах, прописанный на этикетке состав продукции не соответствовал действительному составу. Речь идет о колбасных изделиях. По всем этим фактам материалы были направлены в областной департамент полиции. В целом, по результатам проверок субъектов бизнеса в прошлом году составлены 27 предписаний, 3 административных протокола. Специалисты отмечают, что в случае выявления некачественной продукции граждане могут обратиться в Управление санитарно-эпидемиологического контроля. При этом необходимо предоставить товарный чек. В случае обнаружения некачественной продукции или при покупке некачественной продукции граждане города Уральск могут обратиться с жалобой в наше управление. Также граждане города Уральск могут на месте обнаружения или покупки некачественной продукции вызвать 102, где сотрудники правоохранительных органов фиксируют дело и передают материал нам.